Всем привет! Небольшой рассказ про планету пятую, которой я все-таки занимаюсь. Вот двигатель, смоченный и смазанный соляркой в очередной раз. Он откисает, и периодически я к нему подхожу и ножиком очищаю то, что здесь не очищается. Одно я буквально вчера, позавчера и сегодня занимался рамой, которая вот так сильно засрана. Где-то пол ведра мазута я отшкаблил, 10-литровых, ну 5 литров где-то мазута выбросил. Но вот это вот не отшкабливается, я промакиваю соляркой. Беру солярку, кисточку и вот так вот все это замачиваю и помаленьку ножом отшкребаю. Вот так уже продолжается несколько дней. Но рама хоть стала появляться из-под слоя ржавчины. Ой, не ржавчины, а ржавчины тут и не бывать. Из-под мазуты вот этой вот. Такая здесь вот мазутина. Мазутошная. Узел. Это вот это уже я тут ковырял, очищал, отмывал. Ничего не было этого видно. Мне предстоит сделать отверстия круглыми, которые разбиты. Здесь подзаварить. Скорее всего, я с этой стороны приварю дополнительные шайбы толстые, которые будут как раз координировать отверстия. И вот с той стороны тоже сильно разбито, раздолбано. Сейчас я приближу вам, покажу. Просто вот раздрёбка на дырк, дырище. Вот, и тоже придется там приваривать что-то. Ну, с наружной стороны, понятное дело, потому что с внутренней стороны там в притычок становиться будет этот самый, как его, маятник. В общем, придется подвариться, и все будет хорошо. Будем ставить маятник, двигатель на место, отмытый, чистенький, красивый, нарядный двигатель. И продолжим дальнейшую сборку уже по фэншую. Будем заваривать бардачок дырявый, гнилой. Будем ставить новую крышечку такую вот, нулячую, купленную мною. Будем делать все по фэншую. Можно было, конечно, пойти по другому пути, убрать эту раму и поставить ту раму, которую я недавно купил. Ну, хрен нахрен менять, только время терять. А раму все равно нужно отмывать. Поэтому мал-помалу, потихоньку делаем. Идем к своей заветной цели. Хотя она заветная и не особо заветная. Но здесь будет стоять у нас зеркало, поэтому болт меня этот не печалит. Вот такая небольшая история на сегодняшний день о планете 5. Как ее там назвать, я не знаю. Просто тут планета 5. Красавица моя. Всем спасибо, ну и всем пока.